скажу, что я его стесняюсь. Я тоже не дура, но рядом с ним я стесняюсь сказать что-то лишнее, там промолчать не так. Ну, не знаю, вот мне кажется, что ты тоже стесняешься. Вот как нам вот это преодолеть, понимаешь? Мы же любим друг друга, а вот стесняемся. Вот воспитано так, понимаете? Но магическое что-то есть. Он говорит мне, это обалденные раки. Ешь. И я ем. Хотя раков не люблю. И понимаю, что там укропчика, чесночка, чего-то, лаврушечки не хватает. Ем. И понимаю, да. Он сказал обалденные.